Всем привет, с вами Эленди. И, короче, сегодня мы будем набирать рандомно цифры. И потом будем звонить по этому номеру. Поехали. Поехали! Итак, короче, набираем первый номер. Доброго дня. Доброго. Це компанія «Чисті коври». Ви у нас чистили ковер? Ні, ви не чистили ковер. А це Оксана? Добре, вибачте, давайте. Трубку возьми, пожалуйста, чоловік, возьми трубку. Чоловік, возьми трубку, пожалуйста. Алло, добрий день, это фирма «Чистые ковры», можете приехать забрать свой ковер. Это Али? Ладно, извините. Мы уже второй раз звоним по номеру и... И угадываем имя. Алло, доброго дня. Доброго дня. Это фирма «Чистка коврів». Можете приехать и забрать свой ковер? А куда треба приехать? А вы не сдавали ковер? Не, мы не сдавали ковер. Вибачте. Ковер, ребята, ковер. Это компания Деда Мороза на дом. Вы вызывали Деда Мороза на 31 число 12:00. Это новогодние услуги Деда Мороза. Хотите ли вы поздравить своих детей с Новым годом? Не, не хочешь. Не. Я хочу справа. Такий голос живий, я спокійно. Алло? Алло? Це Наташа? Як не Наташа? Це ж номер Наташа. Следующий номер. Доброго дня. Доброго. Це фірма «Чисті коври». Ваш... Коврик чистый, можете заехать за ним? Не, не, я ничего не чистил, ничего не чистил. А це Віталік? Не, 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 вы вообще были с номером. Яким номером? С Новым годом вас! Да, и вас также. С новым счастьем! Алло. Доброго вечера, це... Доброго утра, доброго вечера. Здравствуйте, это новогодние услуги Деда Мороза. Не хотите ли вы поздравить своих детей с Новым годом? Да, сколько детей? Здравствуйте, это новогодние услуги. Ребят, когда под этим видео наберется 75 лайков... В нашей группе ВКонтакте выйдет пост, где вы можете задавать свои вопросы для видео «Вопрос-ответ». Ссылка на группу в описании. А еще, если вы хотите увидеть рекламный ролик, который я смонтировала для своего папы, тогда пишите в комментариях плюсик. Ну что, с вами были Эленди. А если вы хотите, чтобы мы почистили вам ковер, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Ребята, а вы знаете, о чем будет следующее видео? А самое главное, всего вам хорошего. Ну и, конечно же, чтобы вы не болели и все у вас было хорошо. Всего хорошего, ребята. Не болейте. Будьте здоровы. Бам-балей-бо! А теперь чата-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 та